Черное море, колыбель мужества и славы. Севастополь, нерушимый пример верности отчизне. 90 лет назад здесь отдавали жизнь за родину матросы и адмиралы. Этот аэродром – бельмо на фашистском глазу, и немцы били по нему из тяжелых орудий. Но самолеты надежно укрыты. Жители Севастополя своими руками воздвигли за время осады эти каменные укрытия. Закрыла бухту, корабли, военные объекты, мастерские. Волна фашистских самолетов идет на город. Наши истребители кидаются в атаку на врага. Гонятся за ним. И если он ушел раз, то все-таки севастопольский летчик догонит его. Прославленный севастопольский летчик, герой Советского Союза, майор Губрий. На счету севастопольского летчика, гвардии капитана Авдеева, еще один сбитый мессершмитт. Как про них не уйдет, продолжал стоять Севастополь, мужественный и стойкий город, израненный бомбами и снарядами. Это Институт физических метров течения,
Здесь безнадежно больным возвращали жизнь. Биологическая станция. Здесь, в тишине лабораторий, человеческая мысль разгадывала тайны жизни. Жизнь и фашизм – понятия несовместимые. Смерть и разрушение несет с собой фашизм. Привезены трофеи. Результаты огня наших батарей оценивает авторитетная комиссия. Досадная вещь возраст. Каких-нибудь 14 лет осталось до призыва, а пройти в строю разрешат только до угла. Город героической борьбы и славных традиций. Дети росли моряками. Их отцы советские командиры, деды матросы гражданской войны, прадеды моряки с броненосца Потемкин, предки нахимовские матросы. Севастопольская оборона, две революции, заветы Ленина и сталинская сила. Вот что создало племя черноморских моряков. Они сошли с кораблей, чтобы бить врага на суше. Они идут, защитники и мстители. Черная туча, черные дьяволы. Как называет их враг? Севастополь ковал для них оружие в подземельях Инкермана. Более 100 лет отсюда выбирали камень на постройку города. Где осады в огромных подземных залах размещались тысячи людей. Здесь пекли для города хлеб, шили для бойцов одежду. Здесь были детские ясли, школа, общежития. Здесь образцовый госпиталь. Анилова, героиня одесских и севастопольских боев, разведчица и пулеметчица. В мастерских оружия работала другая героиня Севастополя Анастасия Чаус. Взрыв бомбы лишил ее левой руки. Она вернулась к станку, втрое увеличила свою норму. Орденом Красной Звезды награждена Анастасия Чаус. Машины, металлическая лава била из севастопольских недр смертоносным потоком. Бронепоезды, построенные севастопольцами, было присвоено славное имя матроса революции Анатолия Колесникова. Много смелых огневых налетов совершил бронепоезд «Железняков» и его отважная команда. Фронт близко.
Еще один стремительный набег. Пехоты, испытанные воины. Полковник Горпищенко, старый крымский партизан гражданской войны. Линия фронта. За речкой враг. Командир бригады морской пехоты полковник Потапов и майор Богданов, прославленный артиллерист Приморской армии. Полковник Жидилов со своей бригадой моряков с первых дней осады не сделал ни шагу назад со своего рубежа. Командующий Приморской армией генерал-майор Петров. Части Приморской армии занимают позиции рядом с моряками. И в армии, и в морской пехоте за время осады выяснили великолепные снайперы. 343 фашиста. Вот счет мести севастопольского снайпера Людмилы Павличенко. У снайпера Барабанщикова свой счет. Чтобы не спутаться, сегодня на фронте тихий день, и разведчики отправляются рассмотреть по-хозяйски, что делается за передним краем. Да ничего особенного. Фашистский автоматчик. Это была его последняя очередь. Но за этой высоткой что-то стоящее внимание. Скопление противника. Вежливая просьба к батарейцам. Просим огоньку. Никогда не откажет в огоньке капитан Драпушка. После декабрьского штурма он сдерживал огнем своей батареи целые полки фашистов. Огонь! Вступает в бой Малахов-Курган. За ним тяжелая морская береговая. Этой батареи все как на корабле. Точный расчет, точные приборы. Огромные снаряды легко поднимаются зарядником. Вот это и есть флотский огонек. В бухте идет своя боевая жизнь. Одни подводные лодки вернулись из долгих операций, другие выходят в море.
командующая Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьской. Тонный комиссар Кулаков, командующий военно-воздушными силами генерал-майор Остряков. Начало операции начало подводной лодки капитан-лейтенанта Иванова. Первыми пойдут в разведку два краснофлотца. Они должны скрытно осмотреть берег и вызвать остальной десант. Но всплывать у вражеского берега нельзя. Поэтому путь разведчиков через торпедный аппарат. Открыть клинкет! Поле и огонь. Лживые сводки Геббельса уже не раз уничтожали эти мощные корабли. Они утоплены в Чернильном море, но на Черном море они существуют, дерутся и бьют врага. Сквозь кольцо блокады в осажденный город шли пополнения и оружие. Тральщиками под конвоем катеров уходили транспорты в Севастополь. Подводный десант ждет результатов разведки. Здесь краснофлотцы с крейсеров, с линкора, с миноносцев. Отважные люди, которые вызвались первыми ступить на занятый врагом берег. Сигнальная буква «Добро», что означает «Да, имею», «Согласен». Путь Леди Санта свободен. По местам стоять, всплытию!
Задача – порвать связь врага с его резервами, разрушить горные дороги, найти место для высадки десанта с кораблей и указать его условной ракетой. Неутомимые катера, морские охотники, глубинными бомбами прочищают путь боевым кораблям. Принято донесение подводной лодки. В связи с данными разведки, контр-адмирал Басистый и капитан первого ранга Зиновьев уточняют задачу для отряда кораблей. Красного флота традиция. Лучшие люди перед боем вступают в ряды ленинско-сталинской партии большевиков.
Вслед за уничтожением связи разрушаются узкие горные дороги. Место для высадки корабельного десанта найдено. Товарищ капитан первого ранга, на берегу условной ракеты. Завеса прикрывает корабли от огня вражеских батарей. Последние указания управляющему огнем. Линейный корабль открыл огонь по батареям врага. Отвечает. От каждого краснофлотца зависит успех боя. Попадание во вторую башню. Заряд вспыхнул. Краснофлотец гвардейского крейсера товарищ Пушкарев выбросил горящий заряд из башни. Пламя охватило его одежду. Пушкарев спас корабль от взрыва. Вражеских батарей скованы корабельным огнем. Сигнал торпедным катерам выполнить задачу. Кавалерия, торпедные катера, морской десант. Thank you.
Сквозная завеса еще прикрывает катера, но за ней всплески и разрывы. Мрак встречает огнем. С самого берега малой глубины приходится сбавить ход. Задача десанта выполнена. Берег молчит.
эскадра подошла к объекту, намеченному планом операции. Залп! Враг яростно грызается. Снаряд попал в борт крейсера. Повреждения, пробоины, пожары. Все, чем грозит бой, не страшны, если команда умеет отважно и спокойно бороться за живучесть корабля. Пробоина. Отсек корабля заполнен водой. Вода закрыла отливные клапана. Что бы ни случилось, корабль должен вести огонь. Гвардейским кораблем управляет в бою капитан второго ранга Пущин. Машинная вахта, несмотря ни на что, работает четко и бесперебойно. Что бы ни случилось, корабль будет вести огонь. Руки морского хирурга тверды и спокойны. Боец спасен. Первое орудие, залп!
Склады противника уничтожены. Хорошую память оставили о себе моряки-гвардейцы. Пожар на корабле и повреждения ликвидированы. Крейсер с честью вышел из боя. Возвращаясь после ночного боя, эскадра встретила с новым противником. Это жестокий черноморский норд-ост, северный ветер. Сквозь шторм эскадру ведет контр-адмирал Владимирский. На языке моряков это зовется свежая погода. И даже огромному линейному кораблю чувствительны свирепые удары норд-оста. Донес до Черного моря леденящее дыхание Арктики. Командир корабля, капитан третьего ранга Ярошенко. Враг хорошо знает это имя.
Бригада московских артистов прибыла на фронт под Севастополь. Самые трудные минуты борьбы не прерывалась связь защитников Севастополя со всей страной. Генералу-адъютанту, вице-адмиралу Корнилову, смертельно раненному на 7 месте 5 октября 1854 года. На этом месте 17 декабря 1941 года смертельно ранен защитник Севастополя, краснофлотец Киселев. Военные слезы и горе тем, кто их вызвал. Любовь к другу переходит в ненависть к врагу. Наверх! Полетело, дошло до штыка. Форма одежды парадная!
заросли, удобные для немецких автоматчиков, уничтожаются. Атаку поддерживают корабли, береговые батареи, штурмовая авиация. Авиация массовыми налетами разрушала город. Боевые корабли и транспорты эвакуировали из Севастополя раненых, женщин и детей. Thank you.
отрезанные от сухопутной связи с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, защитники Севастополя совершали чудеса воинской доблести и геройства до последней минуты, отбивая бешеный натиск немецко-фашистских войск. Дважды взнесенная славой, прочно будет стоять в веках гордое имя Севастополь, нерушимый пример верности отчизне. Черное море, колыбель мужества и славы. Черноморские моряки, отвага и стойкость в боях за Родину.